Новый учебный год в Zoom. Волную. Почти год прошел после нашего последнего живого занятия с ребятами. Теперь они учатся онлайн. Наверное, все изменились. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, я так скучала. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Я рада всех вас видеть, как я соскучилась. Давайте вы еще раз расскажете про себя. Как тут все поменялись, я даже никого не узнаю. Меня зовут Соня. А меня Лена. Меня зовут Лиза. Меня зовут... Меня зовут Антон. Антон, это ты? Это ты, Лиз? Да, это я, ты что? Меня не узнал. Ну да, это я, Антон. Меня зовут Стас Дятлов. Стас, ты что, волосы покрасил? Ну да, я решил сменить имидж, так сказать. А тебе, Сонь, что, не нравится? Ну вот, все друг друга узнали, теперь можно начать лепить. Ребята, рассказывайте, кто что будет лепить. А я в этот раз малыша Йоду слеплю. Мне кажется, я очень похожа на эту фигурку, поэтому буду лепить ее, такую же красотку. Я вот думаю снова слепить сложную фигурку с более детализированной спинкой. А я слеплю красного мопса, а ты, Сонь, кого лепить будешь? Я, наверное, буду лепить дракончика. Он у тебя будет, как в прошлом году, снова сонный. Вообще-то нет. Я буду любить вот такого дракона. Второй раз Стас так же не смешно. Вообще, да, Стас, ты вот вроде повзрослел, а шутки все те же. Да, ну. Итак, мы пришли на клеточку к прихвостням. Я не люблю всякую нечисть. От меня, от нее воротит живот. А че ты боишься? Тебя Антон сейчас спасет. А че я-то сразу? А ты, Стас, меня не спасешь? Давайте уже лепить. И мы вытаскиваем наказание. Перед тем, как прочитать наказание, ребята, расскажите ко мне, в какой факультет вы пойдете? Я 100% в акулы пойду. Я пойду в гусят, потому что я люблю гуся, обнимусь. А я пойду в орден красного пластилина Мишки. Я пока воздержусь от ответа. Мне надо подумать. А я? Я пойду... Елена, а если что, можно поменять факультет? Да, ну а зачем ты спрашиваешь? Да просто так, мало ли, времени подойдет. Я пойду на факультет котиков. Смотрите, как я могу. Стас, ты такой смешной. Не, все-таки, Стас, иногда у тебя веселые шутки. Но есть шутка. Супер, практически все определились. Теперь пора прочитать наказание от прихвостня. Пакости прихвостня. Прихвостень отрывает и сминает руку твоей фигурки и убегает. Ну что, отрываем руки и лапы своим героям. О, прикольно, у меня как раз эта рука не очень вышла. Новую слеплю. В смысле руку оторвал прихвостень? В прямом, надо оторвать. Ладно. А можно как-то обойти это правило? Я не хочу ломать лапу своему дракону. К сожалению, это правило нет. Другие, да. Ладно. А я еще не успела слепить ему вторую лапку. Тебе повезло, тогда просто нужно слепить новую лапку. Ну, тогда буду лепить. Можно я ему не просто лапки слеплю, а лапки будут в носочках? Да. Мне эти прихвости начинают нравиться. Я, знаете, я даже сейчас отломаю обе руки, а потом ему гуся-обнимусь и положу. Очень рада, ребят. Ой, а кто это к нам присоединился? Новенькая, привет! Привет! Ой, здравствуй, это наша новенькая Вика! Всем привет! Здорово! Стас, я тебя знаю! Я помню твою шутку про Стичку Лич! Ча, ты классная, мне нравятся такие! Нравится? Ну, не в смысле нравится, а по-человечески. Да. Что ты сама хочешь? Тогда я могу сама выбрать? Да. Ай, классно, я тогда слеплю единорожку. Вика, ну ты просто праздник. Спасибо, мне так все говорят. Что если вам нужен праздник или нужно с кем-то разобраться, то ко мне, все ко мне. Ребята, как бы мне грустно не было сообщать вам это. Как бы грустно мне не было это сообщать вам, но уже конец урока. Пора показывать работы и фотографироваться. Вот. Можно я пойду? Да. Я не буду фотографироваться. А я еще не доделала. Хорошо, Сонечка, а пока покажи, что ты сделала, потом доделаешь. Хорошо.
Ой, как красиво. Спасибо. Готова. Супер. А можно я еще посижу? Да, конечно. Спасибо. Елена Геннадьевна, у меня готова. Ух ты, какой милый. А можно я еще посижу? Так расставаться не хочется. Да. И хочу еще сфоткаться. У меня готова. Слушайте, а в Зуме так прикольно. Мы теперь можем общаться с ребятами из других стран и городов. Это точно. Согласна. Я вообще в восторге от сегодняшнего занятия. А давайте фоткаться. И раз, два, три. Молодцы. Присылайте работы. Я рада, что вам понравилось. До новых встреч. До свидания. До свидания.